Меня зовут Федор Ивицкий, я из Владивостока. Здравствуйте, доктор. Вот вы в своих программах говорите, что суставы надо разрабатывать. Но ведь больно невыносимо, когда вот эти физические упражнения начинаешь выполнять. У меня такое ощущение, что я только хуже себе делаю. Поэтому вопрос. Стоит ли заниматься физкультурой через боль в таком случае? Спасибо.